Кинчано Терме. Вечер. Вид из нашего окна. А чей очарование? Приезжайте в наш город. Друзья, добрый вечер. Как говорится, с одного дубля хочу записать это видео. Приветствую вас всех из нашего города, из Кинчано Терме. И если вы приезжаете в Рим, если вас грабят цыгане, вы идете в полицию, и вы понимаете, что полиция никаким образом не реагирует. Это я отвечаю на те вопросы, которые мне задают мои туристы. Вы должны знать одну вещь, что, к большому сожалению, в Риме полиция, она практически ничего не решает. Давайте мы с вами вспомним сейчас наши 90-е годы и попытаемся это спроектировать на современный Рим, на столицу Италии. Дело в том, что в Риме командует вот такой клан, цыганский клан, который называется Каза Моника. Если у вас имеется Facebook, меня нет в социальных сетях, бесполезно меня там искать. Но если вы на Facebook найдете Каза Моника, их много там, и прокликуете город в поисковике Рим, то вы увидите вот это семейство, которое командует в Риме, в Остии, и в том числе включая вот южная часть региона Лацио, то есть прямо находя, ну, до элитного района, который называется Сабаудия. Поэтому, к большому сожалению, в общем-то, ситуация, которая сложилась в Риме, она больше напоминает ту ситуацию, которая у нас была в 90-е годы. Вот. Поэтому они, это рэкет, естественно, и в первую очередь это грабежи. Грабежи и продажа наркотиков. Конечно, мне туристы задают вопрос, ну и каким образом это отражается на собственном населении города Рима. И вот тут я хочу рассказать о себе. Я хочу напомнить, что вообще я в Италии живу с 1997 года. Я вышла замуж, у меня очень благополучная семья. У меня уже взрослый сын, ему 21 год. И мы практически 20 лет прожили не в Риме, под Римом. Мы переехали в регион Тоскана, в Кинчано Терме. Вот эта квартира, это, ну, где родился мой муж, и где он провел свое детство и отрочество. Сейчас мы живем здесь, поэтому я работаю, продолжаю работать экскурсоводом города Рима и Ватикана. А сын учится в Риме, в очень престижном вузе в Льюисе. И сейчас я несколько слов хотела бы вот сказать и по поводу этого вуза. Вот. И каким образом отражается это на население. Смотрите, поскольку я работаю гидом, и я практически каждый день бываю в музеях Ватикана, я показываю туристам Колизей, показываю римские форумы, но считайте, что передо мной проходит абсолютно весь мир. И я с полной ответственностью могу сказать, что за последние 20 лет, вот если сравнивать россиян с европейцами, с точки зрения культуры, с точки зрения выдержки, с точки зрения многих очень деталей, мы поменялись местами. Россияне стали значительно вежливее, хорошо одеты, следят за собой. Ну, то, чего, к большому сожалению, не скажешь о европейцах. Европейцы стали более агрессивными. Особенно вот эта деградация, она сказывается на женщинах. Женщины стали очень плохо одеваться, стали такими мужиковатыми. Вот, мужчины стали, наоборот, более женоподобными. Но опять же, я хочу сказать, что я Италию очень люблю. Италия для меня это вторая родина. И, конечно, я очень сильно переживаю некоторые моменты, которые происходят. Поэтому, если вы приезжаете в Рим, и именно в Риме, вы пытаетесь найти женщин, ну, знаете, как называется, это генетическая память, или там многие люди апеллируют фильмами Софии Лорен и так далее. Вы практически больше женщин уровня Софии Лорен вы в Риме не увидите. Значит, женщины поделились на две категории, либо которые, скажем, с точки зрения эстетики очень сильно деградировали, либо те, которые стали очень вульгарными. То есть вторая половина итальянок – это женщины, которые очень ярко красятся, очень безвкусно одеваются, вот. Либо такие вот, ну, как мы говорим, там серые мыши. Но вот когда я приезжаю в Рим на работу, то есть я уже автоматически стараюсь немножко изолироваться от той ситуации, которая там имеет место быть. Я себя перенастраиваю. То есть я спускаюсь в метро, я понимаю прекрасно, что римское метро, оно, ну, очень много проблем с самим метро, многие станции не работают, что люди очень грубые, особенно в час пик, очень сильно толкаются,
И вы знаете, я обратила внимание, что больше агрессию проявляют именно женщины, не мужчины, а именно женщины. Там, если ты кого-то случайно заденешь, она может наорать, она может оскорбить, она выходит из вагона, она видит, что там сидишь, там окно, сидишь спиной, начинает бить кулаком в это стекло, то есть она не может никаким образом успокоиться. Но, в общем, вот в Риме это очень ярко проявляется. У нас здесь Кинчано Терми, небольшой городок, у нас люди совершенно здесь другие, люди очень спокойные, очень интеллигентные, выдержанные, всегда можно договориться. То есть такое ощущение, что, в общем-то, это совершенно другое государство. И самое главное, что функционируют абсолютно все инфраструктуры. И вот смотрите, когда я приезжаю сюда в Кинчано, я моментально перестраиваюсь, и я уже, чувствую, что здесь будет все вот благополучно, все будет спокойно, так как я здесь привыкла. И вот сегодня утром, я сегодня ехала на каток, в моих предыдущих видео, посмотрите, пожалуйста, у нас на главной площади, по Пьяцца Италия, у нас открыли каток. Ну и у меня была, конечно, такая мысль, что если это открытый лед, это будет, на ужасном уровне, как это было всегда в Риме, потому что в Риме даже Ice Village и каток Ментано, лед был ужасного качества всегда. И вдруг я приезжаю, я обнаруживаю для себя, что лед прекрасный, но сегодня он был там не очень хороший, потому что сегодня было жарковато, солнце, вчера было прохладно, лед изумительный, то есть сама площадка небольшого размера, но лед был потрясающий, то есть на нем можно было просто даже тренироваться атлетом и готовиться к Олимпиаде, может быть даже и к Олимпиаде, либо к каким-то европейским состязаниям, гран-при и так далее. Вот, сегодня воскресенье, и наш мэр, у нас потрясающий мэр Андреа Маркетти, он в воскресенье отменил рейсовый автобус, и он запустил вот такой вот поезд, туристический поезд, рождественский, вы можете на моих предыдущих видео посмотреть, вы увидите этот поезд. Я подхожу к остановке для того, чтобы сесть на этот поезд и добраться до площади Италии, и что я вижу в этот момент? Стоит группа людей, женщины, мужчины, дети. Ну и как бы я узнаю диалект, на котором они говорят, потому что Италия, она вся говорит на диалекте. Ау, астас, анамон маня, малиморта, барабрав. То есть я понимаю, что они из Рима. Люди были достаточно прилично одеты, кстати. Дети, женщины, и вот они стоят, кричат, и вот этими криками привлекают внимание. Вообще в Тоскане не принято орать. Мы садимся вот в этот поезд, достаточно тесно, они набиваются, небольшой вагон, за мной там сидит 4 человека, рядом со мной село 2 пожилых дяденьки, ну и впереди еще 4 ряда, и там сидят женщины, мужчины, дети, залезает мужик, вот из этой компании, они были все одной компании, и вот привлекая все внимание, видимо, говоря за экстравагантность, он выпускает такую пошлую матерную фразу, я не буду ее повторять, тут сидят дети, и вот я думаю, женщины могли бы ему сделать замечание, но это я привычка уже у нас, как кинчану здесь. Нет, эти женщины ха-ха-ха, и они тоже переходят на мат и обсуждают его, эту шутку, они садятся. И вот пока мы ехали к новому центру, то есть вот весь этот вагон, я уже прямо зажимала уши, они все орали одновременно, они все матерились, кроме двух женщин, которые сидели передо мной из их компании, но им это абсолютно не нравилось. И мне позвонила моя подруга Анна Рита, которая меня ждала на площади, потому что я пообещала, я накупила коньки наконец-то, чтобы я ее научила кататься на коньках. Она мне позвонила, ты где? Я говорю, я еду, но я не слышала практически, что она говорит. Я говорю, ты мне извини, потому что я еду, и здесь в этом вагоне такое количество вот этих кафони, как говорят в Италии, невоспитанные люди, что я не слышу тебя, но я постараюсь доехать. Одна услышала, что я сказала это слово «кафон», и она передала всем остальным. И вот этот вот «да пошли ты ее, да пошли ты ее там туда!» И вот они, вот это был, конечно, кошмар. И получается, что этот поезд, он не остановился на площади Италии, где я надеялась, что я выйду, и он пошел дальше к термам. И возле терм. И вот они выходят возле этих терм, они орут, вопят. И я мужику из поезда говорю, послушайте, я так надеялась, что я выйду вот на предыдущей остановке, почему вы не остановили на предыдущей остановке? А он мне говорит, вы понимаете, что мы сами охренели до такой степени от них, что мы их должны были поскорее, хотелось привести поскорее вот к этим термам, для того, чтобы их просто-напросто отправить в Рим, чтобы они поскорее уехали вот на этот автобус, где автобус стоит здесь, чтобы они сели, уехали, потому что мы сами чуть не сошли с ними с ума. И вы знаете, вот они стояли, и этот вот, который матерился, цальные такие шутки, как «что ты там сказала?» Я говорю, послушайте, вы обезьяны.
Вот мы пока ехали все это время, вы меня извините, вы себя вели как обезьяны. Кто как обезьяна сразу? А ты вообще откуда? Я говорю, я из цивилизованной страны, у нас так себя не принято вести. Этот мужик из поезда, он так, ну, в общем, извините, извините. А, ты еще перед ней извиняешься, да? В общем, они сели в этот автобус, и вот этот автобус их, который отправился в Рим, значит, видимо, они сказали водителю, чтобы он еще сигналил, когда приезжал мимо нас. Вот ба-ба-ба. Я вам хочу сказать, что еще 20 лет тому назад, или даже немножко больше, римляне такими не были. И вот теперь я хотела бы вам рассказать немножко по поводу университета, в котором учится мой сын. Университет очень престижный, Льюис. Университет частный, у него партнерские вузы, это высшая школа экономики и МГИМО. Вот у меня как раз сын, он в магистратуру собирается ехать в МГИМО. Но он мне сказал, что вот объекты, то есть обстановка абсолютно нездоровая в этом вузе. И вот он мне рассказывает, в чем, говорю, Анжела, это заключается. Опять же говоря про 90-е годы. Значит, там в основном учатся это дети адвокатов. Я вообще не могу понять. Вот адвокат, в принципе, это не такая престижная профессия. Понимаю, там врач, замечательный врач, который там спасает людей и так далее. Адвокат это в Африке, вот говорит, у меня папа много лет работал в Африке. Что там вот в Африке, да, адвокат это прямо вот... Это особенно такая вот, ну, должность почитаемая. Но адвокат, то есть это не адвокат Газпрома, если ты там не адвокат Путина, то в принципе это, ну, как обычная профессия. Здесь же, особенно в Риме, почему-то адвокат это вот стала такая профессия невероятно какая-то престижная. И вот их дети, которые учатся там, вот они когда приходят в институт, то есть у них, у тебя какой Ролекс? А у тебя какой Ролекс? А у тебя какая машина? А у тебя какой рюкзак Луи Виттон? А у тебя какой? Вы знаете, мы это переживали в 90-е годы. Когда мне мой сын об этом рассказывает, я говорю, вот, Анжела, смотри, ты зайди вот на Фейсбуке на том же самом, на страничку Каза Моника, цыганский клад, и есть второй Спада. Вот он выставляет Ролекс. И те, которые Спада, они начинают сравнивать, за сколько один цыган купил Ролекс, за сколько другой цыган купил Ролекс. И вот то, что мне рассказали, вот, допустим, мои друзья из Москвы, у которых дети учатся в престижных вузах в Москве, и они очень обеспеченные люди, что сейчас вообще как бы вот у мажоров, так называемых, московских, у нормальных, у них есть такое понятие, как большие деньги, большая-большая тишина. То есть в этом отношении молчат, не рассказывают. А здесь получается, что вот это ощущение того, что вот у меня Ролекс, а у тебя такой Ролекс, это вот действительно уровень наших 90-х годов. Это вот тот вопрос, который мне задают мои туристы по поводу того, как изменилось вообще общество здесь в связи с, вот, ну, с последними там политическими событиями, этими евросоюзовскими событиями. В общем, я хочу сказать, что вот очень много здесь появилось цыган. То есть не только цыган вот по факту рождения, а цыган вообще в Риме, я имею в виду, вот по образу жизни. То есть люди, которые вот там заработали какие-то деньги, небольшие, потому что, в общем-то, процент богатых людей в Риме, он значительно ниже, нежели чем в Москве. Но у них нет вот этой культуры быть богатым. В общем-то, я думала всегда, что вот какое-то общество особенное, вот римское, оно интеллигентное. Нет, оказывается, то, что мне рассказывает мой сын, то есть приходишь в вуз, и они берут тебя за руку, они смотрят, какие у тебя часы. Они тебе откровенно говорят, у тебя, ну, у моего сына есть Ролекс. Но я считаю, что это не надо в 20 лет носить Ролекс, это даже неприлично. Но если у тебя нет Ролекс, если ты не приезжаешь там на какой-то машине, если у тебя нет рюкзака, то и ведут, ты говно. И мне кажется, что, конечно, вот от всего вот от этого, вот то, что имеет место быть сейчас в Евросоюзе. Евросоюз очень сильно, вообще этика людей, образование людей, культура. Очень сильно мы в результате здесь откинула нас назад. Я надеюсь, конечно, что это не вечно, что это закончится. И, в общем-то, в Италии тоже наступят вот те времена, которые вот были когда-то. Поэтому своему сыну всегда говорю, вообще на них не обращай внимания, даже не вступай ни в какие диспуты, ни в коем случае там ты не рассказывай им тем, что там я сопровождаю Путина, когда Путин приезжает в Италию как журналист, не рассказывай там, кого мы знаем и так далее. Это на уровне мещан, это на уровне цыган. Вот сравни их с цыганами, вот с этими кланами, у них больше общего с этими цыганами, нежели чем действительно с настоящей интеллигенцией и так далее. Поэтому, к большому сожалению, я надеюсь, что я вот ответила на этот вопрос. Поэтому вот это по отношению Рима. Поэтому приезжайте в Италию. Италия потрясающая, Рим потрясающий. Но постарайтесь жить у нас вот в Тоскане. Один день выезд в Рим, этого вполне достаточно.